Привіт! На сьогоднішньому відео буде знімати шатковипуск ваш E183T1. Я сьогодні покажу, як я своїми руками зробив. От так, де ще вон є. О! Така, ваше де водіть. Почти не видно. Сам тут шавон двигаться ходит. Тут еще вход тоже. И еще на двиг. Сам еще есть. Вот, провода. Вот полстанки. Какие держатся в елке. Фары садные. Як завжди. Это сапоги шатковипуск, який я своїми руками скупив. Во! Вот этот. Ну, маршрут я сьогодні поставлю. Зеркало. Да. Окном. Тут окна. Тут чуть-чуть. Так себе вышел. Сами провода. Станки. Вот тут мотор, конечно. О, мотор закрытый. Тут есть сиденья. Там уже не видно. О, что-то видно. О, видно шикарно. Само этот троебус сам судовый. Сам каркасный. Если вам так не плачет, то я сейчас выключу свет и пойду до свет. О! Видно. Там кто-то ищет. Сейчас посмотрим. Сейчас побегайся к няне Курик. Так. Тут даже юг какой-то ваше, что не было шарка. И... Фары я сам не знаю где. Еще две такой фары найти. Только две таких, вот, две таких одинаковых. И тут две таких одинаковых. Само этот корабль шикарный. Я уже придумал, какой маршрут поставить, куда он будет ехать. Вишенка, вот шапку и шкабы. Ну так, так сойдет. Сам этот корабль шикарный. Колеса. Тут маленькие, а тут великие. Мне еще есть другие корабли. Какой вам корабль сподобался? Такой, все вот такой. Обычный. Тут все я сам такое придумал и сам вешал. Мне то помог тату. О, сам я такой, что 9 вышел. Ну тут надо, чтобы коробка взять. Як завжди. О, так, вот отнимаешь и все. О. И... Окей. О, вот так вот. Тут вообще штанги могут... Пи-пи. Так. Так. Я здесь какой-то скажу. Все, вот. Вот такой. Ну, всем топ-башни. До новых встреч.